Що гірше буде? Лукашенко, який зараз при владі, який там щось розповідає про війнушку, про ужас, про Запад, а тому, що на нас напалі, нападають 4 направлення на карті. Але поміж тим треба віддати належне, що спочатку дійсно його територія була плацдармом і для пуску ракет по наших містах, і російська армія наземним шляхом також вторглася в Україну. Але зараз цього немає. Я от думаю, дійсно, якщо, наприклад, завтра Лукашенка не буде, що тоді буде з Україною? Чи дійсно загроза з Білорусі буде надзвичайно високою? Я думаю, что если Лукашенко исчезнет, то угроза со стороны Беларуси возрастет, но при этом, конечно, я думаю, что и белорусская оппозиция предпримет все усилия для того, чтобы власть в стране перехватить. И в Беларуси начнутся такие, ну, мне кажется, непростые времена. По крайней мере, как я слышала, пол Калиновского вполне для этого готов. А оце дуже цікаво, а в якому форматі опозиція буде перекоплювати владу і чи дозволиться зробити фактично? І спецслужби Росії, да й сама Росія в цілому? Ну, во-первых, если Россия займется Белоруссией, да, это отвлечет очень сильно силы от Украины. Поэтому, что называется, да, на этом этапе, может быть, и удастся удержать, но вопрос, надолго ли, да, потому что при всем при том Тихановская признана Западом, да, как человек, который реально выиграл на выборах. Белорусов в эмиграции, в близкой эмиграции, условно говоря, в Польше и в близлежащих странах достаточно много. Есть достаточно жестко настроенные белорусы, которые готовы освобождать свою страну с оружием в руках. Поэтому я думаю, что непростые времена в этой ситуации будут ждать администрацию президента, Старую площадь, ФСБ, да. Как мы видим, они гораздо хуже понимают реальные процессы, происходящие у соседей, чем это есть на самом деле. Они часто выдают желаемое за действительное. Пані Олю, у завершення хотів би вас запитати про подію, яка відбудеться ось на днях. Значить, 16-17 травня мова йде про Лі Хуея. Лі Хуей – це для наших глядачів, скажу, це спецпредставник КНР, значить, який прибуде до Києва. Про його призначення було домовлено в рамках телефонних перемовин Зеленського і Сі Цзіньпіна, які відбулися. Після цього ця людина, яка раніше була послом в Росії, здається, якщо я не помиляюсь, вона відвідає низку європейських країн. І от що у нас виходить. Ми з вами починали з візиту Зеленського до європейських країн, з його турне. Тепер Лі Хуей приїздить до Києва, після цього у нього буде турне. І в мене таке враження, що щось готується. От щось за зачиненими дверями грандіозно відбувається або ж відбудеться. Що нам поки що не зрозуміло. У вас немає такого відчуття? Чи я, можливо, фантазую? Це, знаєте, запрограмував себе? Я думаю, что, конечно, вот этот визит, он будет достаточно серьезный и важный. Безусловно, Китай хотел бы выступить в роли миротворца. Вопрос, насколько Китай может влиять на Россию. Вот на самом деле это главный вопрос, потому что, на мой взгляд, китайская страна должна была бы уже понять, что мир на условиях России невозможен, и никто на это не пойдет. Тут большой вопрос для меня, насколько европейские лидеры понимают, что даже если удастся договориться с кем-то, ну, припустимо, там, ну, с условным Мишустиным или даже с условным Патрушевым, ну, о более-менее приемлемых вещах, там, о выводе войск, об отдаче территорий, начать вести переговоры по репарациям, без того, чтобы внутри России произошли кардинальные изменения, все эти договоренности могут остаться лишь на бумаге и не стоить даже той бумаги, на которой они написаны. Только кардинальные изменения внутри самой России могут хоть как-то гарантировать любые переговоры с любыми деятелями. И вот это нужно себе просто, что называется, зарубить на носу. Потому что я понимаю общую усталость от войны. Это видно по всему. И по соцопросам, и там, по тому, как ведут себя лидеры разных стран. И это самая большая опасность, на самом деле, которая подстерегает и Украину, и ту часть российской оппозиции, которая понимает,
вот эту опасность. В этом смысле это точно наша общая задача Украины и вменяемых россиян объяснить европейцам, что вот эти промежуточные результаты могут просто привести к еще худшей ситуации, пускай через 5, через 10 лет, а только коренные изменения в России могут гарантировать безопасность Европе и всему миру.